Почти 2 рубля за километр с каждого грузовика по системе Платон, многотысячные штрафы за перегруз, заплатив которые, можно объявлять себя банкротом, и цены на топливо, что хоть из профессии уходи. Это лишь часть проблем на рынке грузоперевозок, с которыми ежедневно сталкиваются как предприниматели, так и простые водители. Когда мы начинали 6 лет назад, ставки на Москву, грубо говоря, отсюда фракт на Москву стоил 60 тысяч. Сейчас стоимость груза перевозки отсюда до Москвы 70-80 тысяч. То есть прошло 5-6 лет, дистопливо выросло практически в 2 раза, а стоимость грузоперевозки практически незначительно приподнялась. Снизить расходы поможет переход на газовое топливо, заявляют эксперты. Сэкономить на топливе грузоперевозчики могут 2 раза, но для этого нужно купить грузовик, который работает на метане. Если на дизеле 100 километров мы проедем за 1500, то на метане всего за 600 рублей. Правда, такой грузовик – удовольствие не из дешевых. Его цена – 10 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем дизельного. Конечно, через пару лет окупится, но все равно пока это непосильная нагрузка для предпринимателей. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта Владимир Матягин, который специально приехал на встречу из Петербурга, видит выход в объединении. Вот смотрите, стоит у нас грузовик сзади, да? Один человек этот грузовик может сдвинуть с места? Я думаю, сложно, да? А если все люди подойдут в легкую, также и в экономических аспектах, консолидируясь, если я приду покупать один грузовик, то мне будет цена очень большая. А когда мы сконсолидируемся, сказали, что мы хотим купить 100 грузовиков, то у нас цена будет на 20-30% ниже. На встрече грузоперевозчиков собралось около 100 человек. В Алтайском крае их, конечно, в разы больше. И у всех накопилось много вопросов, которые они хотели бы обсудить не только между собой, но и задать вопросы представителям весового контроля, а также и специалистам Минтранса. Но они на встречу не пришли, сославшись на занятость. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.